хорошо было за городом. Стояло лето, на полях уже золотилась рожь, овес зеленел, сено было сметано в стогах. По зеленому лугу расхаживал длинноногий аист и болтал по-египетски. Этому языку он выучился у своей матери. За полями и лугами тянулись большие леса, а в лесах были глубокие озера. Да, так хорошо было за городом. Солнце озаряло старую усадьбу, окруженную глубокими канавами с водой. От стен дома до самой воды рос лопух, да такой высокой, что маленькие ребятишки могли стоять под самыми крупными его листьями во весь рост. Чаще лопуха было так же глухо и дико, как в самом густом лесу. И вот там-то и сидела в своем гнезде на яйцах утка. Сидела она уже давно, и это ей порядком надоело. К тому же ее редко навещали. Другим уткам больше нравилось плавать по канавкам, чем сидеть в лопухах да крякать с нею. Но вот, наконец, яичные скорлупки треснули одна за другой. Это зародыши ожили и стали утятами. «Кря, кря», — сказала утка. Утята кое-как выкарабкались из скорлупы и стали озираться кругом, разглядывая зеленые листья лопуха. Мать не мешала им, зеленый цвет полезен для глаз. «Ух, как велик мир!» — сказали утята. «Еще! Теперь им было несколько просторнее, чем в скорлупе. Уж не думаете ли вы, что тут весь мир?» — сказала утка мать. «Нет, он тянется далеко туда, за сад, до самого поля. Но, правда, там я еще никогда не бывала. Ну что, все ли вы тут?» И она встала. «Ах, нет, не все. Самое большое яйцо целёхонько. Да когда же этому будет конец? Я скоро совсем потеряю терпение». И она уселась опять. «Ну, как дела?» — спросила старая утка, которая пришла ее навестить. «Да вот еще одно яйцо осталось», — сказала молодая утка. «Сижу, а оно все не лопается». «Ну, ты посмотри на деток, да чего хороши. Ужасно похожи на отца». «А ну-ка, покажи мне яйцо, которое не лопается», — сказала старая утка. «Поверь мне, это индюшечье яйцо. Вот точно так же и меня однажды провели. И хлопот же мне было с этими индюшатами. Я никак не могла заманить их в воду. Уж я крякала, не идут, да и конец. Дай-ка я еще раз гляну. Ну так и есть, индюшечье. Брось-ка ты его, доступай, учи своих деток плавать». «Нет, пожалуй, я все-таки еще посижу», — отозвалась молодая утка. «Только сидела, что потерплю еще немножко». «Ну, как знаешь», — сказала старая утка и ушла. Наконец треснула скорлупа из самого большого яйца. И из скорлупы выкарабкался большой и очень некрасивый птенец. Утка глядела его. «Какой он огромный!» — сказала она. «И совсем не похож на остальных. Надеюсь, это не индюшонок. Но скоро мы это увидим. Во всяком случае, в воде-то он у меня побывает, хотя бы мне пришлось столкнуть его туда силой». На другой день стояла чудесная погода. Зеленый лопух был весь залит солнцем, и утка со всей своей семьей отправилась к канаве. Бултых, и она очутилась в воде. Кряк-кряк-кряк-кряк, позвала она, и утят один за другим тоже бултыхнулись в воду. Сначала вода покрыла их с головой, но они сейчас же вынырнули и отлично поплыли вперед. Лапки у них так и работали. Даже безобразный серый утенок не отставал от других. «Какой же ты индюшонок», — сказала утка. «Он как славно гребет лапками. И как прямо держится? Нет, это мой собственный сын. В общем, он даже красив, если вглядеться хорошенько. Ну, живо за мной. Сейчас мы отправимся на птичий двор. Я введу вас в общество. Только смотрите, не отставайте, чтобы кто-нибудь не наступил на вас. Да берегитесь кошек».
голос кошки. Вот так всегда бывает в жизни, сказала утка-мать. Она и сама была не прочь отведать рыбьи головки. Ну, шевелите лапками, сказала она утятам. Крякните и поклонитесь вон той старой утке. Она здесь знатнее всех, испанской породы, и потому такая жирная. Видите у нее на лапке красный лоскуток? Как красиво! Это высшее отличие, какого может только удостоиться утка. По этому лоскутку ее сразу узнают и люди, и животные. Ну, живо! Да не держите лапки вместе! Благовоспитанный утенок должен выворачивать лапки наружу, как держат их папа и мама. Вот так, смотрите. Теперь наклоните головки и скажите «кэ-кэ». Они так и сделали. Но другие утки облетели их и громко заговорили. Ну вот, еще целая орава. Как будто без них нас было мало. Фу, один-то какой безобразный. Ну его-то уж мы никак не потерпим. И сейчас же одна утка подлетела и клюнула его в затылок. Не трогайте его, сказала утка-мать. Ведь он вам ничего не сделал. Положим, но уж очень он велик, да и ни на что не похож, прошипела утка-забияка. Ему надо задать хорошую трёпку. Славные у тебя детки, сказала старая утка с красным лоскутком на лапке. Все очень милые, кроме одного. Этот не удался. Хорошо бы его переделать. Это никак невозможно, ваша милость, ответила утка-мать. Правда, он некрасив, но сердце у него доброе, а плавает он куда лучше других. Я думаю, со временем он похорошеет или хоть ростом станет поменьше. Слишком долго пролежал в скорлупе, поэтому не совсем удался. И она почесала ему спинку и разгладила перышки. Кроме того, он селезень, а селезню красота не так уж нужна. Остальные утята очень, очень милые, сказала старая утка. Ну, будьте же как дома, а если найдете рыбью головку, можете принести ее мне. Утята и стали вести себя как дома. Только бедного утенка, который вылупился позже других, обижали решительно все. Его клевали, толкали, дразнили не только утки, но даже куры. Слишком уж он велик, говорили они, слишком. А индейский петух, который родился со шпорами на ногах и потому воображал себя императором, надулся и словно корабль на всех парусах налетел прямо на утенка и так сердито залопотал, что гребешок у него так и налился кровью. Бедный утенок просто не знал, что ему делать, куда деваться. Очень горько, что он родился таким безобразным. И теперь над ним издевается весь птичий двор. Так прошел первый день. Потом стало еще хуже. Все гнали бедняку. Даже братья и сестры кричали на него. Хоть бы кошка тебя утащила, несчастный урод. А мать прибавляла, глаза бы мои на тебя не глядели. Утки щипали его, куры клевали. А девушка, которая давала птицам корм, толкала его ногой. Наконец утенок не выдержал. Перебежал двор и перелетел через ограду. Маленькие птички испуганно вспорхнули из кустов. Меня испугались. Вот до чего я безобразен. Подумал утенок и пустился бежать, сам не знаю куда. Он бежал до тех пор, пока не очутился в болоте, где жили дикие утки. Здесь он пролежал всю ночь. Он устал, и ему было очень тяжело. Утром дикие утки поднялись из гнезда и увидели его. «Это что за птица?» – спросили они. Но утенок только кланялся во все стороны и приветствовал их, как умел. «Ну и гадкой же ты!» – сказали дикие утки. «Впрочем, нам до этого нет дела. Только не вздумай, пожалуйста, породниться с нами». «Бедняга!
Где уж ему было думать об этом? Только бы позволили ему посидеть тут в камышах, да попить болотной водицы. Вот и все, о чем он мечтал. Так просидел он в болоте 2 дня. На 3-й день туда прилетели 2 диких гусака. Они только недавно вылупились из яиц и поэтому очень важничали. «Послушай, дружище, — сказали они, — ты исключительно безобразен, так что, право, даже нравишься нам. Хочешь летать вместе с нами, быть вольной птицей? Здесь поблизости есть другое болото, там живут примиленькие дикие гусыни. Они умеют говорить рап-рап. Ты такой урод, что чего доброго будешь иметь у них большой успех. Пиф-паф!» Вдруг раздалось над болотом, и оба гусака упали в камыши мертвыми. Пиф-паф! Раздалось опять. Из камышей поднялась целая стая диких гусей. Пошла пальба. Охотники окружили болото со всех сторон. Некоторые из них засели даже в нависших над болотом ветвях деревьев. Голубой дым облаками окутывал деревья и стлался над водой. По болоту бегали охотничьи собаки. Шлеп-шлеп! Камыши и осока так и качались со стороны в сторону. Бедный утенок был ни жив, ни мертв от страха. Он хотел было спрятать голову под крыло, как вдруг прямо перед ним очутилась охотничья собака с высунутым языком и сверкающими злыми глазами. Она посмотрела на утенка, оскалила острые зубы и шлеп-шлеп побежала дальше. «О, Господи!» — подумал утенок и перевел дух. «Видно, я так безобразен, что даже собаке противно съесть меня». И он притаился в камышах. Над головой его то и дело свистела дробь и раздавались выстрелы. Прошло еще несколько часов. Наконец он осмелился встать, осторожно огляделся и пустился бежать дальше по полям и лугам. Дул такой сильный ветер, что утенок еле-еле мог двигаться. К ночи он добежал до какой-то убогой избушки. Она до того обветшала, что готова была упасть, только не решила еще на какой бок ей падать и потому держалась. К счастью, он заметил, что дверь избушки висит так криво, что можно свободно проскользнуть через эту щель в избушку. Так он и сделал. В избушке жила старушка со своим котом и курицей. Кота назвала сыночком. Он умел выгибать спинку, мурлыкать, а когда его гладили против шерсти, от него летели даже искры. У курицы были маленькие коротенькие ножки, и потому ее так и прозвали коротконожкой. Она прилежно несла яйца, и старушка любила ее как дочку. Утром они заметили чужого утенка. Кот начал мурлыкать, а курица кудахтать. «Что там?» — спросила старушка. Она смотрелась кругом и увидела в углу утенка. Но по слепоте своей приняла его за жирную утку, которая отбилась от дома. «Вот так находка!» — сказала старушка. «Теперь у меня будут утиные яйца, если только это не селезень. Ну да поживем, увидим». И утенка приняли на испытание. Но прошло 3 недели, а он так и не снес ни одного яйца. Настоящим хозяином в доме был кот, а хозяйка — курица. И оба всегда говорили «мы» и «весь свет». Они считали себя половиной всего света, и притом лучше его половины. Правда, утенку казалось, что на этот счет можно быть и другого мнения, но курица этого не допускала. «Умеешь ты нести яйца?» — спросила она утенка. «Нет». «Так и держи язык за зубами». А кот спросил. «Умеешь ты выгибать спинку, пускать искры и мурлыкать?» «Нет». «Так и не суйся со своим мнением, когда говорят те, кто умнее тебя». Так утенок и сидел в углу,
совсем расстроенный. И тут вспомнились ему свежий воздух, солнышко, и до смерти захотелось поплавать. Он не выдержал и сказал об этом курице. «Да что это с тобой?» — спросила она. «Делать тебе нечего, вот и болтаешь всякую чепуху. Неси-ка лучше яйца или мурлыч, дурь ты пройдет». «Ах, как это прекрасно! Плавать в воде!» — сказал утенок. «Такое удовольствие нырнуть вниз головой в самую глубину!» «Вот так удовольствие!» — сказала курица. «Ты совсем одурел? Спроси у кота, он умнее всех, кого я знаю, нравится ли ему плавать и нырять. О себе самой я уже не говорю. Спроси, наконец, у нашей старушки-хозяйки, умнее ее уже, наверное, никого нет на свете. Она тебе скажет, любит ли она нырять вниз головой в самую глубину». «Ах, вы меня не понимаете», — сказал утенок. «Ну уж, если мы не понимаем, тогда кто тебя и поймет? Уж не думаешь ли ты, что ты умнее кота и нашей хозяйки? О себе я, конечно, не говорю. Не глупи, а будь благодарен за все, что для тебя сделали. Приютили тебя, пригрели, приняли в такое общество, в котором ты можешь многому научиться. Но с таким, как ты, и говорить-то не стоит. Старайся же нести яйца или научись мурлыкать, допускать искры». «Я думаю, мне лучше уйти отсюда, куда глаза глядят», — сказал утенок. «Пожалуйста», — отвечала курица. И утенок ушел. Он плавал и нырял, но все вокруг по-прежнему смеялись над ним и называли его гадким и безобразным. Настала осень. Листья на деревьях пожелтели и побурели. Ветер подхватывал и кружил их по воздуху. Стало очень холодно. Тяжелые тучи сыпали на землю то град, то снег. А на ограде сидел ворон и каркал от холода во все горло. При одной мысли о таком холоде можно было замерзнуть. Плохо приходилось бедному утенку. Как-то раз под вечер из-за леса поднялась целая стая чудесных больших птиц. Все они были белые, как снег, с длинными гибкими шеями. Это были лебеди. И спуская какие-то странные крики, они взмахнули великолепными большими крыльями и полетели из холодной страны в теплые края за синее море. Высоко-высоко поднялись они. Бедного утенка охватила непонятная тревога. Он завертелся в воде, как волчок, вытянул шею и тоже закричал, да так громко и странно, что и сам испугался. Он не мог оторвать глаз от этих прекрасных птиц. А когда они совсем скрылись из виду, он нырнул на самое дно, вынырнул опять и долго не мог опомниться. Утенок не знал, как зовут этих птиц, не знал, куда они полетели, но полюбил их так, как не любил до сих пор никого на свете. Он не завидовал их красоте. Быть похожим на них? Нет, это ему и в голову не могло прийти. Он не смел даже мечтать о такой красоте. Он был бы рад, если бы хоть утки не гнали его от себя. Бедный, гадкий утенок. А зима настала такая холодная. Утенку приходилось плавать по воде без отдыха, чтобы не дать ей замерзнуть совсем. Но с каждой ночью полынья, в которой он плавал, становилось все меньше и меньше. Было так холодно, что даже лед трещал. Утенок без устали работал лапками. В конце концов он совсем выбился из сил, затих и крепко примерз ко льду. Рано утром мимо проходил крестьянин.
Он увидел примерзшего ко льду утенка, разбил лед своими деревянными башмаками и отнес полумертвую птицу домой к жене. Там утенка отогрели. Детям хозяина захотелось поиграть с утенком, а ему показалось, что они его хотят обидеть. Он шарахнулся от страха и попал прямо в крынку с молоком. Молоко расплескалось. Хозяйка вскрикнула и всплеснула руками, а утенок заметался по комнате, влетел в капку с маслом, оттуда в бочонок с мукой. Боже мой, на что он стал похож! Хорошо еще, что дверь была открыта. Утенок выскочил, кинулся в кусты, прямо на только что выпавший снег, и долго-долго лежал там почти без чувств. Но было бы слишком печально рассказывать про все беды и несчастья утенка в эту суровую зиму. Когда же солнышко опять пригрело землю своими теплыми лучами, он лежал в зарослях камыша в болоте. Запели жаворонки, вернулась весна. И утенок взмахнул крыльями и полетел. Крылья его теперь были куда крепче прежнего. Они быстро понесли его вперед, и не успел он опомниться, как очутился в большом саду. Яблони стояли все в цвету. Душистая сирень склоняла свои длинные зеленые ветви над извилистым каналом. Ах, как тут было хорошо, как пахло весною. И вдруг из зарослей тростника выплыли три чудных белых лебедя. Они плыли так легко и плавно, точно скользили. Утенок узнал этих прекрасных птиц. Его охватило какое-то непонятное волнение. Полечу к ним, к этим величавым птицам. Они, наверное, заклюют меня насмерть за то, что я осмелился приблизиться к ним. Но пусть. Лучше погибнуть от их ударов, чем сносить щипки уток и кур, пинки птичницы и терпеть холод и голод зимой. И он опустился на воду и поплыл навстречу прекрасным лебедям, которые, завидя его, замахали крыльями и тоже поплыли к нему. «Убейте меня!» — сказал бедный утенок и низко опустил голову, ожидая смерти. Чистый, как зеркало в воде, он увидел свое собственное отражение. Но теперь он уже не был гадким серым утенком. Его крылья стали ослепительно белого цвета, а длинная стройная шея изгибалась так же, как у этих прекрасных птиц. И старые лебеди склонили перед ним свои головы. А он совсем смутился и спрятал голову под крыло, сам не зная зачем. Он вспомнил то время, когда все смеялись над ним и гнали его. А теперь сирень наклоняет к нему свои душистые ветви. Солнышко светит так тепло, так ярко, а прекрасные лебеди склоняют перед ним свои головы.